Против вмешательства Вашингтона в дела других государств и развязывания многочисленных конфликтов по всему миру выступили жители Соединенных Штатов. Сотни людей прошли маршем по улицам Нью-Йорка с лозунгами «США – источник мировых проблем», «Школы, а не бомбы», сначала Афганистан, затем Ирак, Ливия, теперь Сирия. Демонстрация объединила и республиканцев, и демократов. По мнению собравшихся, Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, сейчас наиболее популярные кандидаты на пост президента, в случае победы продолжат агрессивный курс нынешнего руководства США.